К этой одежде подошла бы парочка крупнокалиберных аксессуаров. Никто никогда не смотрит в небо. Вы все такие... приземленные. Меня зовут Рейф. У нас есть дело. Ну же, друг, время побеждать. Давайте приземлимся здесь. Эй, вы, с дыхательной системой, задержите-ка дыхание. Кольцо далеко, и чем больше нам до него топать, тем больше сокровищ мы найдем. Сюда. Да, Fortnite. Обзорчик, обзорчик. Все за пределами кольца. И стена смерти приближается. Магазин открыт только для важных гостей. У мамочки новая сумочка. Здесь черный рынок. Как насчет отправления? Бросаю прыжковый модуль. Всегда напрыгает. Смотрите, здесь вышка. Ома. Где? Давайте воспользуемся той вышкой. А, кстати, там задание надо на хаосе пострелять. Да это просто осмотр, я... Дать она здоровая.
поспорить, здесь есть что-нибудь интересное. Да. Бля, а чё на велике нельзя? Ну, моя, да. Открываю магазин. Взгляните на мой товар. Сегодня вы идете со мной. Здесь черный рынок. Как насчет отправиться за покупками? Там дурилка. Будет интересно. Цель в поле видимости. А, ну а тут некого убивать. Это... Блин, а быстро она, кстати, поднимает. Бросаю прыжковый модуль. Разве? Не, нифига, вон я взял патроны, они все туда это. Сразу падают. Короче, ладно. Надо драться. Мы единственные зрители. А, опять комиксы. Так. Задание. Вот, кстати, хаос. Лоба. Лоба. Ну, будем за лобу играть, что Но она какая-то гиперздоровая. Либо просто из-за цветовой какой-то этой фигни. Непонятно. Но она очень большая. Прям очень. Я всегда выгляжу. Ля какая, убийственно ля. Красиво. А? Жду не дождусь победы, друг. Да не, нормально, не сильно по глазам долбит. Перед вами чемпион. Ну, время сливать катки. Я выпускающая. Вы уже запали на меня. Давай сюда. Это хорошее место. Я видел, Балтуш там выигрывал. Не забывайте следить. Ну, это не ко мне, короче. Госпожа Юлия, что ли? Лобшего налево. Внимание, первая кровь. Первая кровь. Быстро получилось. Такая, да, маленькая карта? Такое, блин. Первый раунд. Начинаем отсчёт. Угу.
Я одни гранаты, как всегда, набрал. Здесь есть модификация. Бля, что за модификация такая? А, это для здесь этих. Ведомый. Блять, сам здесь блядь. Есть модификация. Двойной спуск. Друзья, тут есть увеличенный энергетический магазин. Ой, кстати, уровня. Сюда его, блядь. Да-да-да, началось бы, типа, подсосов, короче, много, еще что-то. О, у нас новый лидер по убийству. Увеличенный легкий магазин. Быстрее бы с ним встретиться. Ну. Никто не хочет заняться шопингом. Здесь R99. Нашла дополнительные припасы. Здесь есть модификация. Блин, а есть хамбур? Что-то не вижу. А, вот. Блядь, ну, чувак. У мамочки новая сумочка. Здесь пистолет-пулемет Вольт. Вольт. Еще минута, и кольцо закроется, а все вокруг пропадет. Похоже, что этот чемпион мог только болтать. Бля, как туда? А вот и я. Прыжковый модуль на месте. У нас 45 секунд, а кольцо в двух шагах. Берите все, что можете унести. Сюда его. Осталось 30 секунд. Кольцо уже рядом. Виталь. Ну ты понял, в общем. Хемлок это. Пойдемте сюда. В общем, с Хемлока можно стрелять даже нужно. Ничего страшного не произошло с ним. Абсолютно. Да не, это про Хемлок. Он норм. Попробуй. Давайте посмотрим, что здесь. Пошли вот сюда. Где-то кого-то оживили. Используй крюк. Давайте посмотрим, что здесь. Внимание, припасы в пути. Да все, это шляпа. Припасы уже в пути. Звучит неплохо. Блин, она очень огромная. Она невероятно огромная карта. Это... Половина отрядов уничтожена. Ни минуты не проходит, чтобы не помер какой-то дурак. Слушайте сюда. Пошли вот сюда. Лайфлайн вызывает припасы. Размещаю магазин. Сюда его. Здесь хаос. Сюда его. Идите к мамочке. Не забывай, кто устроил этот подвал. Ну, понятно, понятно. Я короче. Тебя прикрою. А, на хаосе все есть. Во. Не понял. А, тут даже написано, кто что брал. Может, здесь найдется что-то интересное. Хераси. Здесь увеличенный энергетический магазин. Второго уровня. Враг в поле видимости. Ну, единственное, что сделано. Вижу там врага. Кидаю осколочную. Во-во-во, смотри, кидаю дыра. Кидаю осколочную. Бросаю дуговую звезду. Я вру... Попал дальше, кому-то.
Не успел. Я в нокауте. Понятно. Да, с новым сезоном Читаков на плейке приехала, просто капец. Короче, раунды теперь будут, как я понял... А, нифига как сделали. Типа, вот так. Зато все видишь. Нормально, мне нравится. Короче, полчаса бегаешь, и за минуту тебя трахают, и все, и бежишь. Слышу, 5 нокаутов, предыдущего тиммета. Ой, та. Хилыга. На этот раз вы сделали правильный выбор. Ля какая, ля. Я не довольствуюсь малым. Потреблемся о том о сём. Красакс. Перед вами чемпион. Ёп. Началось вот эти вот, блин. Да, давай в город. Мне нравится это место. Интересно, что там. Поняла. Давай, лети, 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 хрен, ну. Давай, давай. Вы знаете меня в лицо. Так найдите меня. Бля, да что ты за человек-то такой, ёб твою мать, ну. Блять, алло, алло! Кажется, это хорошее место. Женская интуиция. Не, ну сделали, конечно, песок срочно. Нет, понятно, с нами нахуй вообще никого. О, зато это. Наверх забежать, сука. Первая кровь. Первая кровь. Начинаем отсчет кольца. Следующее кольцо не того. Хаос отдох. Здесь и вышел. Кому стрелять-то, блядь? Второго уровня. Готовы пошуметь? Вань, блядь, ты, блядь, больной? Размещаю магазин. Эй, дружочки, прикройте меня. Тут завелся лидер по убийствам. Ну же, пора. Хороша только та добыча. Ну вообще, вот, изи. Просто, блядь. Садитесь в трезубец или идите пешком. Выбирать вам. Я подсяду. Очаровательно. Хорош. Да ты просто душка. Спасибо. И что делать? Никаких проблем, зай. А, то есть... И все, да? Да, вот сейчас полюб... На кого-нибудь это... Прыжковый модуль.
Минута до сужения. Хватайте то, что вам нужно. Меня заметили. Кто где? Мясо, блядь. У нас 45 секунд, а кольцо в двух шагах. Берите все, что можете унести. Ага, лидер по убийствам уничтожен. Ужас, да нас не остановить. Перезаряжаю. Тут дурашка. Дурашка? Тут дурашка. Блин, ну это капец, конечно. Враг слишком уж близко. Где? Кольцо закроется через 10 секунд. Хватайте все необходимое и бежим. А. Время вышло, а мы здесь не кольце. Двигаем быстро. Второго уровня. Там закрытая дверь. Здесь набор сокровищ. Для друзей только лучше. Прощальный подарок. Не знают, с кем связались. Новый лидер по убийству? Да, Ролана, конечно, как вообще. Интересно. Как не в себя. Внимание, припасы в пути. Припасы на подходе. С кем вот он потом, короче. Здесь лёжки и боеприпасы. Мы в лучшей половине. И куда этот провод? Никаких проблем, Зай. Внимание, приготовьтесь. Тут дурашка! Косая мантая! Какую фигню? Хулиган подкрался! Который браслет, что ли, ее? Лобовский. Ну, вот он откатывается. О, сыграет два мяча сыграть. Совершить. Ну, да. Такое себе. А что там? Совершить. А, опять нокаутов. А, это да, вообще. Пофигу, кидаешь и кидаешь до того. Выжить на протяжении. Слушай, обновили эту фигню даже. Делик больше стал. А что там еженедельные какие-то еще? А, ну это вот эти, понятно. Реанимировать часть союзников. Что вообще? Куда это? Ну там не изображение перса, там просто для каждого персонажа свои какие-то там надписи и все. Блин, надо было из хаоса зажимать. Жажда скорости это не лечится. Угу. Ну не надо лезть опять вот в эту фигню. Мы прекрасно поладим. Если не будете трогать то, что принадлежит мне. И нормально, типы там наверху встали. Вообще. Перед вами чемпион. Я выпускающая. Вы уже запали на меня. Мне нравится это место. Понял. Не забывайте. Надо все посмотреть. Вот. Блин, ну она невероятно большая.
Такого говна у меня только нет, а? Кстати, хороший спот, чтобы драться. Вообще. Спот, чтобы... Чтобы драться, ёпта. А, вот эту фигню, короче, слили разраба. Ёпта, вот налево сюда, блядь. И, блядь, зала... Просто всё есть. Я понял, хорошее место. Здесь увеличенный энергетический магазин. Второго уровня. Ну, он и... Оп. Она просто перемещается и все. Что такое? Башка. Или нет? Тут и его щит. Второго уровня. Здесь есть модификация. Череполом. Череполом я все раз стрелял. На футболе. Открой магазин и заткни их. Ну. Моя прелесть. А. Не хватает или нет? Не хватает. Так, блядь, пятерочки не хватает. Ну, сука. Кстати, кто-то недалеко ебашит. Хуишка. 45 секунд до сужения. Не увлекательный геймплей, просто. Но я готова. Так что вперед! Дай. Мне нужен ранец. Пойдем подсирать. Рядом со мной враг. Погнали! Кольцо движется. Понятно, как всегда один буду, блядь. В меня стреляют. Я под огнем, братья. Перезаряжаю тебя. Отправлены. О, я под огнем. Перезаряжаю свои щиты. Перезаряжаю. Осторожно, здесь враг. Перезаряжаю. Да твою ж мать, а. Надо взбодриться. Использую набор Феникса. Эй, я стреляю. Здесь есть враг. Молодцом, компадрес. Хорош. Половина готова, половина на очереди. Они меня недооценивают.
Отлично. Здесь увеличенный энергетический магазин 3-го уровня. Оп. Понятно. Лечу. Здесь трезубец. Пора погонять. Быстрее, быстрее, еще быстрее! Кто хочет прокатиться, братцы? Прыжковый модуль на месте. Юрия впереди. Заценим, что может эта машинка. Предпочитаю рулить саму. Ну, давай посмотрим, как ты справишься. Вот кого надо нерфить, это, блин, Гибралтар этого толкнул. А, отличиться можно. Отлично. Здесь враг. Я отклоняюсь. Увидим. Погоди, мне нужно... Там враг. Не попадайтесь ему на глаза. Прыжковый модуль готов. К нам гости, и они... Я под огнем! Здесь враги! Понятно, блин. Ну вот это я хер его знает, как тут теперь подниматься. Ну ладно, нормально. Эй, меня стреляют! Тут проблемка! Осторожно, мы не одни! Да как тут подняться-то теперь? Блядь, да что ж такое? Здесь враги! Грозец! А, все, я понял, как тут скоро выглядит. Я в нокауте! Враг в нокауте! До свидания. Давайте вернем нашего приятеля. Перезаряжающий ты. О, как косая манда, а? К нам репликатор. Сделай. Прыжковый модуль установлен. Блять. Голодный волк всегда побеждает. Ну уже топ-7. Не, ну хоть это... Прекрасно, блядь. Ну, чтобы никому ничего не досталось. Ну, короче, подсосники тоже имеют место быть. Тактика осталась прежней. Че здесь, с кем лучше здесь лучше играть, вообще непонятно. Наверное, за Pathfinder'а больше всего. Удобно будет играть. Если не оступимся, победа будет за нами. Одежде подошла бы парочка крупнокалиберных аксессуаров. За Актена, наверное, здесь удобно будет играть. Надеюсь, его не обойдется без того робота с на малых трудах хрен его знает. Шучу, шучу, он ничего. Все вы ничего. Перед вами
чемпион. Я охотник, неспосланный богами. Вы знаете меня в лицо. Так найдите меня. Давайте приземлимся здесь. Высаживаемся. Держитесь. Mm-hmm. Не зассал. Давайте посмотрим, что там. Хочу посмотреть, что там. Бери. Естественно, блядь. Твою мать, как это было, блядь, а? Блядь, меня задели. Я в нокауте. Вырубил врага. Внимание. Я в нокауте. Первая кровь. Так держать. Перезаряжаю. Они стреляют. Иди, да еще сюда. И в меня. Встретила цель. Прикрой. Хамлок норм. Когда руки не жопа растут, вот, тогда да. Ну, в общем, одну локацию для перестрелок я уже нашел. Вот эту круглую тарелку. Прикольно. Нащек, где лутать везде есть. Антонио Монтана. Никто никогда не смотрит в небо. Вы все такие... приземленные. У нас нет выбора, кроме... Гопничок. Я не довольствуюсь малым. Не мой стиль. Mm-hmm. Перед вами чемпион. Мои методы представляются спорными лишь тем, кто обделен воображением. Приземлимся здесь. Да, пох. Давай. Беру слова обратно. Кажется, это хорошее место. Женская интуиция. Вот что. Поехали, будет. Приготовьтесь. У-ху-ху. Вот говно-то, а. Могу поспорить, здесь есть что-нибудь. Ну, давай в одну херню. Бля. Бля, да что тут за нахуй-то такое? Ебать, я косая залупа. Мы взяли первую кровь. С нашей командой шутки плохи. Нихуя себе, блядь! Вы покинуть? Еще прикалываете, что ли? Лутай меня полностью. Возьмем.
Бля, что вы делаете? Там... Понял. Вообще. Тебе пизда, чувак. Предлагаю провести исследование. Такой посос, конечно, вообще. Бля, как же за лобу неудобно играть, это пипец вообще. Такая она, блять, какая-то как не увяла. Чё там? А, ну просто не катается. Чё там? Довести, сыграть, понятно. Давайте уже, у нас есть дела. Я ищу кого-то особенного. Малыш, не смотри. Но наше знакомство Малышка будет недолгим. Сейчас будет вести себя немножко грубо. Перед вами чемпион. Приземлимся-ка мы здесь, зайчата. Принято. Зацените. На озвучку Horizon просто ублюдская. Максимально. Следующее кольцо далеко. Вперед! Тащите все, что плохо лежит. Великолепно просто. А тут враг. Да что ты. Меня стреляют. Враг на халке. Хулиган подкрался. Здесь реанимируется какой-то хулиган. А, тут у меня... Здесь реанимируется враг. Модуль активирован. Эй, там футенуты, здесь враг. Я в нокауте. Футенуты. Ну и привет. Понятно. Такая мутата, конечно.
Сумасшедшая цыганка. Я прямо сплю и вижу, как бы уже начать. Что-то я весь день клюю нос. Да, конечно. Это пачки меня кладут, скорее всего. У меня есть то, что вам нужно. Если сможете себе это позволить. Я никогда не лгу и всегда побеждаю. Ладно, я лгу, но сейчас сказал чистую правду. Перед вами чемпион. Ну да. По определенным обстоятельствам, думаю, да. Блин, а давайте куда-нибудь. Типа сюда, что ли. Давайте приземлимся здесь. Так, ребят, можем рискнуть тут или умереть где-то еще. Все просто. Блин, вроде все то же самое, но все по-другому, короче. Прям, блядь, даже калит немного. То есть, ну, то ли геймплей как-то... Хер его знает. Ну, реально как-то по-другому. А, ничто не радует меня больше, чем ручной пулемет. Я вижу, что мне надо. Вот что случается, если забудешь. Мог. Здесь R99. Отлично, ребят, мы в следующем кольце. Можно чуток перевести дух. Почему бы и нет, собственно. Здесь R99. Спасибо. Ничего страшного. Тебя должок. Здесь ранец. Запишу на второго счет. Уровня. Сюда пойдет. Блядь. Не обосрался. Опа. Модуль установлен. Ну, не, надо хаос найти. Там враг. Пришло время для шопинга. Вот здесь и хаос. Здесь увеличенный легкий магазин. Первого уровня. Здесь увеличенный легкий магазин. Второго уровня. Хороший выбор. У тебя есть вкус? Да. Сегодня вы идете со мной. Мне нужна модификация. Турбозарядник. Опа, вон там фазовый переход. Погнали, ребят. Фазовый переход. Вот как это так? И что делать? Вижу одного. А, нихера. Никуда он его упиздил. А, нихуя, там всасывает ёпку налево. Вот это нормально, кстати, сейчас было. Здесь набор Феникса. У нас новый лидер по убийствам. Ну-ка. Люблю это место. Здесь закрытая дверь. Посмотрим, что за ней. Мы слишком разделились. Вместе безопаснее, знаешь ли. Неплохо. Полкарты просто чпок. За кольца рукой подать. Нужен прицел для пистолета. Да, давай дальше. Посмотрим, короче. Что у нас здесь. Проснитесь, кольцо движется. Это вообще-то больно. Давайте заглянем в этот фазовый переход. Надоело шагать. Вот и пал, чемпион. Ха, даже не пообщались.
Не понял, чем мешает? А, мозги мешают. Здесь увеличенный энергетический магазин. 3-го уровня. Так, ну чё, куда там? Давай обратно. Припасы отправлены. А, нифига, даже так. Хера себе. Not bad. Однако. Может, здесь чего найдется? Да вы заколебали лутаться уже. Сколько можно? А, ну мы в зоне. Понятно. Прыжковый модуль на месте. Неплохо. Да это капец. Здесь прям для лутания создано все абсолютно. Вообще все. Ну ёпта, естественно. Нету, да, другого места больше? Чё это? Прицел. Настолько увлекательно, что просто спать хочется, да, это вот всё. Могу поспорить, здесь есть что-нибудь интересное. Они стреляют, да еще и в меня! Нахуйся, блядь. Новый лидер по убийству? Пусть побегают за приманкой. Перезаряжаю щиты. Организую усиленное укрытие! Сегодня Шейла будет ужинать с нами. Окопался. Звуки капец, надо привыкать по новой. Ребят, уношу отсюда свою дуре. Усиленное укрытие уматывает со мной. Ребят, у нас тут плохиш. Плохиш. Все уже на красных, наверное, брониках. Разведем лопушков. Высылаем приманку. Ставлю усиленное хотите первую зону. Начинаю отсчет кольца. Даешь разводилова. Привет, Шейла! Внимание. Эти ребята еще не доставка видели такой. Опа, там репликатор летит. Да откуда? А, понятно. Перезаряжаю свои щиты. Организую усиленное укрытие. Лечусь.
Бросаю зажигательную. Молодец. Его вообще тут не видно. Какой-то тюфяк в меня палит. Спасибочки. По мне стреляют. Перезаряжающий ты. Перезаряжаю свои щиты. У нас 30 секунд. Заряжу и готов. Пусть побегают за приманкой. У нас 10 секунд. Неприятно это говорить, но сейчас не до добычи. Да, раз, блядь. Этот готов. Припасы уже в пути. Звучит неплохо. Я в нокауте. Ребят, там какой-то придурок. Да блять! Хороший. Это был последний. Бля, ну ты прикалываешься, что ли? Ну.